начинают съемки в настоящих садах. До сих пор их проводили так. А потом ниже увидите. Светлана Азамат. 5 часов назад. Скажите, пожалуйста, я следую всем вашим рекомендациям по посадке и уходу за деревьями. Только вы меня заставили посадить абрикосы у нас в Беларуси. Вот так вот. Вот. А почему? Ну, все от Сибири растут, а те же мне все расти. Конечно, Беларуси. Но все-таки я, наверное, туповатая. Простите за то, что эту фразу я озвучил для всей страны. Никак не могу понять. Если не ухаживать за плодовыми деревьями, они же одичают. Вот за этот вопрос, вот, знаете, я иногда говорю, до смерти бы зацеловал. Вот. За такой вопрос. Это... А мне не нужны всегда эти вопросы. Время от времени их надо повторять. Если не ухаживать, они же дичают, это знак вопроса. Пример дичайшего невежества уничтожения дерева. Я сейчас приведу. Вот знаете, как я сделал? Смотрите. Вот, держите за стул. Итак, есть Первый канал. На нем есть или был? Я, кажется, это, с моей этой самой, он был, канал этот переделан до неузнаваемости. Он назывался телеканал «Бобёр». Сейчас я вам покажу. Вот тот же Макаров, он знает, о чем я скажу. Можно, это, Алексей, идти дальше чудеса творить, отключая компьютер. А кто не знает, смотрите сюда. Итак, это все сейчас вы видите не так, не просто бред. Вы увидите то, что не укладывается ни в одной голове, которая еще нормальная. Вот. И что делать с людьми? Желание заработать эти серебряники. Итак, сейчас они занимаются воровством. Ну, дерево покрасили, это уже очень плохо. Вот, дерево искалечено. Я же специалист в своем деле, знаете. Вот. Видели? На дереве, а на другом сюжете, уничтожаются все ветки вот до сюда, выбрали головы. Калека получился из калек. Так. Покрасили это. Я не говорю побелили, покрасили. Слушайте дальше. Теперь они занялись воровством. К сожалению, я буду утрировать, они другого не заслужили. Кроме как вот высмеивать, утрировать. Смех – это страшное оружие. Вот. Если бы был уголовный кодекс применительный к деревьям, а вы попробуйте в лесу спилите. Штраф или тюрьма, согласны? Сейчас они на ваших глазах приступили. Первое – к воровству. Итак, у дерева отнимают питание. Запоминаем, друзья. Кто еще не знает моих сентенций. Если листья упали с дерева, они принадлежат только этому дереву, больше никому, никогда. Если вы взяли листочек в руки под этим деревом, полюбовались, они очень красивые, у них есть особое строение, у них есть особая жесткость, у них есть определенная направленность, как куда листочек. Вы посмотрите, как гениально расположены листья, казалось бы, хаотично. Нет. Но для этого это надо знать. А они взялись воровать, это, отнимать у дерева его пищу. Причем родную пищу. Роднейшую, роднючую. Вот. А этого уголовной ответственности не подлежит. И то, что они сейчас уничтожат это дерево, к сожалению, тоже. В лесу можно, нельзя, а тут можно. Смотрите, да, продолжается дурдом. Я уже в открытую говорю. Почему? Если кто-то однажды сказал, не я, академик, профессор, с погонами, которого нельзя с работы выгнать, сказать, да вы что, это сдурели. Не просто, уничтожьте на сайте, напиши это, сделайте новые фильмы, их же можно заставить. Их же. Смотрите сюда. Теперь, когда они оборовали дерево, убрали пищу, эта пища главная, главнейшая. Вот. Они начали протыкать, это я постепенно подвожу, они начали протыкать вилами. Что они делают? Подают туда кислород. Смотрите, друзья, на самом деле обтыкать надо довольно часто. Получается, что под ними там все полностью, инфраструктура готова, какое-то время же не трогали, может копали, когда садили. Газон, почти хорошо. И вот когда они сделают сотню, тысячу таких этих, они полностью уничтожат вентиляцию, рацию, канализацию, все будет уничтожено. Попробуйте так же. Совет глупый, во всем саду попробуйте подать кислород. Но он не просто, он еще и вредный. Вот посмотрите на их лица.
Вот. Потому что вот этот парень, он клоун. Его роль и клоуна, он как бы подыгрывает опытным кадрам. Вот эти опытные кадры сейчас самые опасные. И вы думаете, это все? Даже после этого сад и дерево еще может ожить. Хотя смотрю я, что они ветки уничтожили. Вряд ли. Ну, допустим. Внимание. Сейчас они взяли и посыпали опилками. А потом еще раствор кальция карбофоса. Вот. Все, дерево обречено на смерть. Но им, я не шучу. Из тысячи вот так вот на этот момент, как сделано, тысячи деревьев, и даже крепкие яблони, груши, те буквально год-два, все. Яблони, может, несколько лет поболеют. Вот. Еще примут килограммы ядохимиката, прежде чем умереть. Вот. Это верная смерть. Да им мало. Им надо растянуть фильм, чтобы получить серебряника. Смотрите. Они взяли еще это. После этого. Они взяли еще, замазали, чтобы уж совсем кора была уничтожена. Им это показалось мало. Я смотрю, когда это увидел, смотрите. И уж до конца. И вот они обматываем. Какой лент? Смотрите, ствол, липкая, липкая лента. Теперь уже, то была 100% гарантия смерти, теперь 200%. И вот тут, когда я увидел, что на всю страну, это Первый канал, это их это, филиал, телеканал «Бобер», вот, я не выдержал, у меня было давление, я ходил, я прыгал, я ненавидел. Почему? Как можно взять и всю страну, ведь там 10-20, я же рассказывал про этот случай идиотский, ведь никто же их не осудил, никто не прекратил, и опять с высокой трибуны сказано, что не было. Помните этот Клейлов? Предназначен это самое, для влипания мышей, запятая тараканов. Приспособили для ценнейших уничтожить муравьев. И я видел три полностью сада в Майне, уничтоженных, намазанным клеем клеил. А что они здесь делают? И это никого не научило. А таких по стране было миллионов уничтожено. Сейчас притихли, сейчас, потому что уже нечего мазать, не на кого мазать. Вот, они еще раньше умирают, еще, до того, как купят этот клеевок. И вот я посмотрел и сделал фильм, и послал им на телеканал Первый, и на этот самый. Им же в этот. И озаглавил. Угомоните этих самых. Единственное, прошло несколько месяцев, и они на моем экране исчезли. Я надеюсь, что я в жизни пригодился, так? Потому что это невероятно, этого не может быть. Но это случилось. Это случилось, это. И я тогда подумал, а может быть это заговор, а может правда кому-то надо, чтобы деревья все погибли? Почему? Потому что родить такой агроприем, вот. Вот если даже взять сумасшедший дом, зайти, а там же, кто из вас садоводы? Половина, да, мы дачники, мы садоводы. Даже там не найдешь такого. Может, это специально было уничтожение? Вот. После моей, когда я отправил фильм, такой же, как вы сейчас смотрите, такой же кусочек вырезали, все отправили, они вроде исчезли. Но осталось сомнение, ведь таких агроприемов-то много, так? Я отвлекся, почему? Потому что я очень хотел, чтобы мы побольше наснимали, и я так верил, что покажет это. И вдруг в какой-то момент случилось следующее. Вспомнили про мой этот фильм. Кто? Выпускницы Тимирязевки, которых это самое заступился за деревья и оказались злейшими врагами. Я, мой брат Железов Юрий, мой сын вдруг оказались злейшими врагами, наша компания, как вас можно уважать? Вот. И вот меня тогда удивило, что если я просто уже когда-то закончу, если вы выпускницы Тимирязевки, даже если вы, ну, также придерживались, что вот это все надо делать, что они якобы спасают деревья от тех же этих самых мышей, от тех же муравьев. Вот. Но когда я фильм показал, после этого взять и написать, а что, Железов, это самое, что вы себе представляете, у этих-то из телеканала «Бобер» в сотни раз, это вы же в этом, в комментариях написали, в сотни раз больше просмотров, понимаете, мне самое страшное, я показал, что вы вас это не напрягло, вас это не озадачило, что вот эти в сотни раз больше,
и вреда больше. Они этого даже не заметили. И на кого мне теперь рассчитывать? Ведь когда комментарий делал этот самый мой брат, мы думали привлечь внимание вот к этому. Видите, а что получилось? Вот.